Сегодня заместитель председателя Кабинета министров, курирующий агропромышленный комплекс, рапортовал президенту Сердару Бердумухамедову о выполнении хлеборобами страны договорных обязательств по сбору урожая пшеницы. Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в президентском дворцовом комплексе «Огусхан». В ходе торжественного мероприятия юные представители вилаятов с колосьями пшеницы в руках выступили с поздравлениями по случаю знаменательного события. Юные представители всех вилаятов вручили президенту Сердару Бердумухамедову свои подарки, изготовленные из собственных на пшеницы. Поблагодарив детей за поздравления, глава государства сфотографировался с ними на память. Выразив благодарность за поздравления, президент Туркменистана отметил, что мастера хлеборобы, сдав на харман родины свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн высококачественной пшеницы, с честью выполнили договорные обязательства. Хорматлы адамлар, устат каллачи бавадай халнармыз, ватан харманна 1 миллион 400 мун тоннадан оурак, юкор хилле бугдой тавшарап, Шертнамалайн борснамаларны авры билен берҗа әйттләр. Эдермен галлачларымызды ва әхл овы хуҗылык эшкәрләремизди Казанын бу үстенлекләре белән туй сүрәктән гутлаян ва тәдир вашлыклары, үстенлекләре арды ва По случаю этого события от имени всех сельских тружеников страны президенту Сердару Бердумухамедову преподнести специально сотканный ковер.